Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я последние 7 месяцев как поменяла работу. Начала испытывать панические атаки, чувствовать, будто могу умереть, будто у меня серьезная болезнь. Прошла много врачей, потом успокоилась, не так, но ненадолго. То рак горла себе ставила диагноз, то рак желудка, варикоз, рак груди, потому что покалывание в груди, то кажется, будто подмышка опухла. Постоянно осматриваю, что мне делать, я хочу жить счастливо. Ну, здесь очевидно, что все связано со сменой работы. По вашему описанию я бы сказал, что здесь либо подавленная злость и агрессия, что вот страх смерти, либо в потере смысла того, что вы делаете, и, соответственно, это история про смерть, либо про потребность во внимании, это то, что касается снова и снова появление у вас каких-то заболеваний, новых. Вот. Это вот такая история. Дальше. Вы пишете, что хотите жить счастливо, и мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович справедливо спрашивает вас о том, что такое жить счастливо, как это жить счастливо. И, на мой взгляд, это выдает некую неопределенность, направленность ваших жизненных ресурсов, что, в свою очередь, может, конечно же, свидетельствовать о тревоге, базовой тревоге, так я не понимаю, чего я хочу тогда. Вот. Как мне кажется, на новом месте работы вы начали испытывать другие чувства, с которыми не знаете, как обращаться, вследствие чего их подавляете, вследствие чего появляются панические атаки. Вот. Ну, как правило, это агрессия, злость, недовольство, какое-то проявление личных границ, либо страхи. Вот. Работать нужно именно с этим. Вот. Вы можете обратиться к врачу, психиатру, клиническому психологу, если у вас это довольно сильно, и уже потом к психологу. Вот. Можете пойти на психотерапию, если у вас это, в такой форме более-менее терпимой. Решать вам. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.